сегодня самый лучший день. Пусть реют флаги над полками. Сегодня самый лучший день. Сегодня... Еще раз большое спасибо, родители. Полтора часа лекция, она про то, как заниматься самостоятельно. И вы, безусловно, должны это дело понимать, потому что ваша роль, участие в том, как ребенок занимается, то, как спортсмен занимается для ребенка, она на самом деле очень важна, чтобы вы тоже это все осознавали и понимали. Так что спасибо вам большое. Полтора часа лекция, потом ребята в тишине полтора часа занимаются тестированием. Да. И мы закончим, подведем итоги. Различные активности. И видим нашу задачу, как профессиональный шахматный клуб при профессиональной команде, открывать для вас что-то новое и задавать, может быть, какие-то вопросы, давать какие-то реально сложные задачи, чтобы вы росли. Потому что без этих сложных задач, без выявления каких-то проблем, роста никакого не будет. Как вы знаете, всегда лучше играть с сильными соперниками, чтобы учиться. Ну, примерно этим мы и занимаемся. И вы герои, то, что вы пришли, вот сегодня 10 человек, и мы видим большую проблему вообще в городе, да, то, что происходит, то, что не так много людей, которые готовы прийти и реально столкнуться с какими-то сложностями, но вы большие молодцы. Сегодня вы с этими сложностями столкнетесь, потому что Алексей Ильич подготовил действительно сложный тест. Никаких поблажек не будет. Но для чего это все нужно? Для того, чтобы вы действительно осознали, что где-то не так, что хорошо, что плохо, сделали какие-то выводы, поработали над ошибками и быстрее шли вперед. Так что вы большие молодцы. Надеемся, что вам это понравится. Нам очень важно, что это первый раз мы делаем в подобном формате, нам очень важно то, что именно вы, ребят, не родители, не мы это считаем, а то, что вы считаете, будет для вас это полезно. Поэтому давайте осознанно, взрослых к этому подойдем. И потом, если у вас какие-то будут замечания, или что там понравилось, что-то не понравилось, вы обязательно об этом говорите, не молчите, не стесняйтесь. Хорошо? Еще раз. Да, давайте сделаем так. Я немножко расскажу о том... Здравствуйте. Проходите, садитесь. Я немножко расскажу о том, как это делал я, будучи примерно в вашем возрасте. Но вам нужно проявить чуть-чуть фантазии, потому что жизнь в те годы была не совсем такая, как сейчас. Да, и поэтому воображение включить. Так, мальчик, типа вас, да, который очень-очень любил шахматы, искренне считал, что он обязан стать чемпионом мира. Да, и других идей, в принципе, особо-то не было. Но проблема состояла в том, что играть было особо не с кем. Ну, шахматы будет, можно было. И все. Вот. Я тут специально, немножко готовясь к нашей встрече, постарался весь русскоязычный шахматный видеоресурс где посмотреть. Я вам скажу, что мнение у меня мрачное от этого всего возникло. То есть, первое, ни в коем случае не ориентируйтесь на количество пользователей. Есть какой-нибудь дядя Вася, у него 25 тысяч подписчиков, то это совершенно не говорит о том, что этот Вася чего-нибудь дельное вам скажет. Вот честное слово. Да, вообще, из тех, кто говорит там по-настоящему, их единицы. Да, опять же, я пришлю фамилии тех, кого я прошу. Стреют флаги над полками. Сегодня самый лучший день. Сегодня битва с дураками. Так много лет любой из нас от них терпел и боль, и муки. Но вышло время, пробил час, и мы себе развяжем руки. Друзьям раздайте по ружью, ведь храбрецы среди них найдутся. Друзьям раздайте по ружью, и дураки.
очень и очень много двигался. Крамник считал, что если 10 часов в день без шахмат, то день пропал. Поймите одну простую вещь. Шахматы – игра для самостоятельных. И с большим интересом. Если вас будут по жизни вести, да, если вам будут все время говорить, сделай то, не делай это, я вот про себя заметил, что книги, которые ему не давали и просили читать, я читал с гораздо меньшим интересом, чем те, которые я выбирал сам. Не знаю, вот так получалось. Мне интереснее было заниматься тем, чем я хочу. Но это ж мое дело было, правда? Мне было интересно. Любопытство – еще одно очень важное качество для шахматиста. Ну, любопытно нужно. А что дальше? А почему так, а почему сяк? Так вот, вот без этого качества далеко не уедешь. Шахматами он занимался от завтрака до обеда, а потом от обеда до ужина. То есть понятия «час позаниматься» у него нет. Так, полдня или весь день. Пусть реют флаги над полками. Сегодня самый лучший день. Сегодня битва с дураками. Так много лет любой из нас от них терпел и боль, и муки. Но вышло время, пробил час, и мы себе развяжем руки. Друзьям раздайте пожалуйста.